Всем привет, с вами Фоксон, и мы сегодня продолжаем наши приключения, не приключения, построения всяких в механизме. И здесь я сегодня хотел бы вообще поставить что-нибудь из QoO Storage Drivers. Это очень дорогая, ну не прям что очень дорогая, такая прям дороговатая установка, которая требует дохрена полония. Кстати, узнал, что полония можно брать в руки, если ничего страшного не случится. Вот, что нужно сделать? Перспе надо запустить реактор, чтобы он работал и чтобы вырабатывал нам наш waste, как он? Nuclear waste, который у нас делает полоний, собственно говоря. Ты вырабатываешь на максимальной мощности вообще? Один или багет? Ну блин, это вообще грустно. Ай, грустно, что он это будет делать очень-очень медленно, и это значит, что надо ставить реактор побольше. Вот. Тем временем мы можем убрать всякую хрень из нашего инвентаря, чтобы у нас машина механизма. Так, это литиум даст, нафиг нам нужна. Какая-то щит, какая-то ганпаудер. У нас здесь было золото. Ты где? Не надо так делать. А, золото здесь, это мне не нужно. Так, у меня здесь, я построил, запарился какую-то супер-мега-универсальную сортировочную станцию, но нахрен не нужна со следующими апгрейдами. Вот, поэтому надо вообще сообразить, что нам требуется для QIO Drivers. Впрочем, просто QIO. Ю-ю. Полоний нам нужен. Просто дохрена полония. И все. Значит, мы будем делать просто наш фижн реактор. Просто фижн реактор. И охлаждаться пускай он будет у нас натрием. Потому что иначе мы так быстро полония. А так много полония мы не получим. Особенно в короткие сроки. Вот. Блин, очень медленно. Я, конечно, понимаю, что у нас там копится где-то waste barrel, который spent nuclear waste. А он еще и исчезает. Типа в атмосферу, да, я так понимаю. Прикольно. Видимо, все-таки исчезает. Вот. Поэтому надо поставить второй реактор и запитать его через термоэлектрический бойлер. Постройка будет веселая. Потому что я ни хрена не помню, как это делается. Так, начнем с фижн реактора. Фиссион. Погнали. Кейсинги. Лид, стил кейсинги. Стил кейсинг мы можем. Это сталь, осми, стекло. Сталь у меня была там. Раз, два. Ну, пусть две будет. Стекла. Раз, два, три, четыре. Еще нужен мне осмий. А, нет, мне стали нужно больше, на самом деле, потому что реактор будет не маленький. А еще мне нужна сталь осмий. Мне нужен. Где ты осмий? Стекло взял, это взял, все взял. Делаем наши кейсинги. Ага. Тут вообще как бы не... Вот что надо. Так, вот такой хрени делаем. Этих стил. И нужен нам лид. Лид у нас вроде... Нет, это осмий. Лид у нас лежит здесь и вот здесь. Отсюда возьмем. Нет, давай возьмем. Раз, два, три, четыре. Я уверен, что на мне нужно делать стак прям этой хрени. Поэтому давай сделаем... Да, вот. Два стака. Ну, в плане, не нужно нам все использовать. Дальше. Алмазная схема. Редстоун нам не нужен. И вот эта вот хрень, которую мы запаримся делать. Так, сначала начнем с портов. Сделаем порты. Для них нужна вот эта хрень и вот эта хрень. И что? А, потому что ты... Понятно. Ты делаешь из красного. Так. Готов. Есть. И все, и делаем порты. А мне нужно 4, наверное. Блин.
Боль. Мне нужно 4 таких порта. Ага, алмазные эти кончились. Потому что они у меня здесь лежат. Так, это есть. Делаем порты. Так, делаем. Logic Adapter нам не нужен. А, Fission Fuel Assembly. Сталь. Сталь 8. Redstone. 1, 2, 3, 4. 8. 1, 2, 3. Сталь. Надо, кстати, закинуть железо еще перерабатывать сталь, потому что что-то я чувствую, скоро его вообще не станет хватать ни на что. Эта хрень не стакается. Это грустно. Блин, ну а что-то подумать, как это сделать. Потому что мне таких штук... Я буду делать реактор 5 на 5 на 5. И мне таких штук нужно 25 штук. Боль, конечно, боль. 25, на это значит вот так вот. Да ведь? Fuel Assembly? Да, там Controller Rod сверху. Ну, блин. Конечно, я все понимаю, но это, конечно, ужас. Так вот, это крафтить поочередно. Конечно, понимаю, что можно построить более такие всякие автоматические крафтинг-машины, но сейчас это... Мы сейчас эту штуку покрафтим, и больше она нам никогда не пригодится. То есть, когда мы сделаем... Так, сколько нам еще осталось? Еще 14. Когда мы построим этот реактор, нам, в принципе, такие сложные крафты... Не то чтобы потом будут. Не нужны машины, чтобы сложные крафты реализовывать. А то, что мы это делаем разово. Нужно еще 4 штучки. Раз, два, три, четыре. Что-то там еще не хватает, я видел. Лид. То есть мы сейчас сделали 25 штучек таких. И все, эти штучки больше никогда не будем делать. Вообще. Дальше. Нам нужно построить Control Rod. Control Rod Assembly. 5 штук таких надо. Это серкеты нужны, понятно. Это нужны серкеты. 5 штук надо серкетов. 1, 2, 3, 4, 5. Серкеты такие, это тоже будет 5. И Control Rod будет тоже 5. Отлично. Что там у нас дальше идет? Кейзинги. Ага, реактор глаз мне нужен еще. А, реактор глаз. Enriched iron и стекло. Так, enriched iron. Нет, у меня enriched iron, да? Потому что его нет вообще. Может, у меня здесь что-то есть из стекла? Реактор глаз-то у меня есть. Induction casing, типа casing. Ладно. Хорошо. Пойдем. Раз. Это железо беру. Взяли два железа. Так, enriched iron нам нужно пихнуть вот в этом месте в машину. Только тебе скажу, что, чувак, давай ты ничего вытаскивать не будешь, и мы тебе просто кидаем железо. Да, тебе то же самое скажу. Ты ничего не вытаскивай, тебе просто кидают железо. Все, и делаем enriched iron, и пойдем пока строить реактор. Стоит понимать, что... Ух ты, что-то крутится. Энергия копится. Прикольно. Подожди, он действительно делает энергии меньше, чем у меня исчезает nuclear waste? А? Капец, это конечно. То есть у меня nuclear waste исчезает быстрее, чем он генерирует. Так, стоит понимать, что сейчас начнут спавниться монстры, и надо бы поскорее свалить. И мне нужно сообразить, как я буду ставить... То есть... О, здрасте, приехали. Ну чё, ребятки, подремся. Так, надо выключить эту хрень. Ну... Чё началось-то вообще? Вот, перед тем, как мы будем... Чё за детский сад?
Мы будем рядом ставить с ним. Как это называется? Бойлер. Термоэлектрический бойлер. И рядом. Еще рядом с бойлером будем ставить. Так мы, получается, в эту же турбину будем загонять все. Ну, то есть, получается, у нас вот здесь будет стоять. Через один блок, наверное, да. Здесь у меня будет стоять бойлер. А реактор будет стоять, наверное, здесь прям. Да ведь? Нормально? Нормально. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4. Вот это мы построили. Да, так вот пусть будет. По углам это будет вот эта хрень стоять. 2, 2, 3, 4, 5. Так. Еще разочек. И вот здесь. Супер. Теперь соединяем это все добро. И теперь нам нужно... Наш реактор глаз, кстати. Надо сгонять за ним. Хотя мы можем пока поставить всякие такие штуки. Они должны обязательно стоять в шахту на порядке, чтобы не соприкасаться. Это штуки, которые у нас расходуют или расщепляют наше топливо, чтобы получать тепло. А, кстати, что-то я рановато его закончил, он повыше будет. Чутка повыше, потому что мне надо еще поставить Control Rot Assembly. Так вот, оп-оп-оп-оп. Ну и пока... Ну, давай все-таки я уберу. Пусть нормально выглядит все. Так, 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 так. Так, это поставил. Fission Reactor, что ему надо? Порты вставить. С четырех сторон, да, я понимаю. Так, а как я буду к нему подпихивать? А, наверное, по низу буду выводить nuclear waste. И подключать к той трубе. Отлично. Мне нужно воткнуть к нему порты. Во-первых, порт будет... Output coolant, который... Output coolant, который будет мне выплевывать содиум в... Будет выплевывать содиум мне в термоэлектрический бойлер, который будет этот содиум опять охлаждать. Это у меня input будет под топливо. У меня будет output для nuclear waste и output для энергии. А, нет, не для энергии. Что там вообще output нужен? Output coolant, output waste. А, ну здесь input. А, input для охлаждающей штуки. Ну, на самом деле можно просто повыше поставить, да и все. Вот так вот. Output coolant, input, он там будет запихиваться туда содиум. Охлажденный, то есть натрий. Так, дальше. Мне нужно. Я там делал этот сам реактор глаз. Энричтайн забрал. Энричтайн забрал. Ты выплевывай предметы теперь. Ты тоже предметы теперь выплевывай. Отлично. Погнали, посмотрим. Что у нас, как дела с реактором? Глаз, которого нет. Супер. Реактор, глаз, которого нет. Реактор, глаз. Да, прям все делай. Мы, наверное, я вот так вот закинем все туда. По сути, если мы эту штуку сейчас заполним, он должен нам дать сигнал, что все хорошо. Что он построен. Сейчас попробуем это все делаем. И будем дальше продумывать, как вообще делается термоэлектрический бойлер. И я не совсем помню, как он вообще делается там. В плане, какие слои, куда, чего. Так, это так не надо делать, пожалуйста. Так. Реактор глаз, реактор глаз. Так, давай. Так, 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 и сверху. Ой, дурацкое стекло.
то есть я стак использовал, да? Ну вот это, не буду здесь использовать стекло. В принципе, незачем. Все, он встал, он работает, шикарно. Можно потихоньку придумать, как в него, ну, поставить, спихиваться в него топливо. Для этого нам нужно пересурайзить пайпы. Так вот, да и просто как бы вот так вот воткнем и все. Все, фьюэл там есть. Здесь фьюэл больше не делается по какой-то причине, а потому что у меня там кончился уран. Уран, кстати, надо стопать производство урана, потому что, хотя, блин, сколько еще полониума нам надо будет сделать, это, конечно, ужас. Так, здесь я все сделал, output coolant. Мне его надо придумать, как я туда буду спихивать его. Logistical pipe, enriched iron. Enriched iron пусть здесь будет. А, mechanical pipe, ultimate pressurized pipe. Блин, а труб-то у меня нет ни хрена. Короче, ладно, давай. Включим режим slow и просто под низом все проведем. Под двумя реакторами. Так, понятно. Это водичка, которая нам случайно. Блин, а почему? Блин, ничего, он так криво все стоит. Я не посередине рось. Посередине. Ну ладно, давай сейчас бачок свернемся. И вот здесь посередине пророемся. Уж не надо воткнуться вот эту хрень. Которую, кстати, рушить нельзя ни в коем случае. Иначе будет весело. Вот. Здесь вот эту комнату у тебя. И ты ведешь все вниз. Соединять я здесь пока ничего не буду, я посоединю в конце. Как-то залезу просто с той стороны и соединю там уже. Так, отлично. Red pipe. Nuclear waste у меня расходуется. Ну, должен расходоваться, по крайней мере. Ты отстань отсюда, ты же отстань. Все, здесь мы сделали. Это у нас output для нашего ядерных отходов. Дальше. Это у нас input есть, это есть. Осталось придумать, как сюда мы будем запихивать наш натрий. Для этого нам нужно сделать термоэлектрический бойлер. Я хрен знает, надо смотреть на Википедии, как его делать. Бойлер. Ну не так это пишется, ну что-то. Бойлер. Вот он, бойлер кейсинг, бойлер валва. На самом деле все очень просто, ей ничего не надо, кроме кейсингов и валвы. А еще ей нужно делать слои. Сталь, железо, понятно. Бойлер кейсинг не могу сделать, потому что у меня нет железа. В каком-то веке у меня нет железа, вы что? Давай сделаем нормальное количество адекватное. Да, дурацкий. Бойлер кейзинг. Двустакер. В принципе, нормально. То есть мы его будем ставить внизу, прямо вот здесь. А лучше подступить еще место, потому что. Хотя. Все равно все будет в турбин запихивать. Потому что надо бы сделать буфер в трубах, то есть какой-то запас этого всего в трубах, чтобы у меня в трубах находилось какое-то количество свободной жидкости и газов. Ну, я имею в виду содиума согретого и охлажденного, и еще и воды. Так, это у меня штука будет тоже такой же высоты, пятерочка. Вот, пока не буду достраивать верхний слой. Потому что надо глянуть в Википедии и посмотреть, как вообще, ну, по какой схеме строится. Там еще, я помню, есть какие-то pressure дисперсеры, какие-то еще слои. Сейчас какой-то супер что-то там. Вот она, вот эта хрень, супер хитинг элемент.
который требует копер и редстоун, который у меня есть. Суперхитинка элемента. Сколько я помню, его нужно раз ровно штучек 9. Или не ровно. В общем, полезу на Википедию, смотреть, что там как. И вернусь уже в следующей серии и будем его строить дальше. Все, спасибо за просмотр, спасибо, что были со мной, и всем пока-пока.